Здравствуйте, с вами Светлана. Я забежала в магазин «Магнит Косметик» и решила пробежаться не одной, а вместе с вами. Извиняюсь за быструю съемочку. Так, какая прелесть. Это, наверное, кофейный набор. 6 чашечек и 6 блюдцев. Красота. Так, здесь пара 596. А вот в этой коробке что у нас? Наверное, тоже пара. Уже чайная, наверное. Сейчас посмотрю, что там. Коробка. Коробка прям такая милая-милая. А что в этой коробочке? Так, вижу. 4 чашки и 4 блюдца. Красивые розового цвета, но все же первый вариант мне нравится больше. Дизайн чашек интереснее. Хотела немножко обновить, себе купить. Так, что здесь у нас? Так, здесь баночки для специй. А вот такую баночку я по 119. Я покупала в фикс прайсе по 99, по-моему, да, девочки? Но я купила, мне не надо. О, какая милота! Это подставочка под горячее. Красивая. Так, что здесь у нас? Ложки, поварюшки. А, зеленые симпатичные. 79 рублей. Но я от зеленого отхожу. Меняю концепцию посуды, поэтому... Так, что у нас здесь? Это подсвечник. Подсвечник в бронзе и в серебре. Я еще раз извиняюсь, что я бегом-бегом. У меня прям секунды. Так, наборчик. У меня прям секунды для того, чтобы забежать и купить. Зачем я забежала? Я забежала в магазин за маской, за скрабом. Фирма у нас «Секреты сибирской травницы бабушки, ой, баньки Агафьи». Вот такое средство, девочки, кто брал? 399, я не пробовала, даже не знаю. Вот, банька Агафьи, хочу купить. Я всегда беру эти маски, скрабы. Мне очень нравится, знаете, от них нет никакой аллергии, нет покраснений, высыпаний, ничего такого. Все прям классненько. Так, мыло для бани. Вот знаете, тоже люблю, когда к друзьям ходим в баню, только не под Новый год. Вот, люблю такими средствами всеми пользоваться. А еще вот я смотрю, здесь есть маски. Тканевые маски. Тоже люблю. Беру вот постоянно с алоем, вот этот вот за 69 и за 109. С коллагеном обычно. Не знаю, помогает, нет, но лицо свежее, кажется. Отдохнувшее такое. Так. Так, 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 так. Вот здесь уже ближе смотрю, уже масочки мои стоят. Так, скраб кофейный, обожаю. Вы знаете, какой аромат? И там частицы такие вот этого скраба, такие не повреждают кожу лица, а вот такие. Так, вот мои средства, 65-64. Но сейчас пробегусь и уже тогда куплю. Опа, у нас даже мишура еще висит. Это как это не убрали, не мишуру? До лета будет висеть. Так, скидки 25-30. Угу. Хочу купить еще к лету, если попадется какой-нибудь такой цвет нюд блеск. Ну, что-нибудь новенькое. Так. Побежали дальше, потому что времени у меня мало.
Так, здесь женские. Ага, классный, классный гель для душа. Здесь женские штучки у нас. Не будем заострять на них внимание. Так, хочу подойти сейчас посмотреть в детский отдел. Игрушки. Это кто у нас? Это Мишка? Или собачка? Так. Мишка? Мишка? Нет, собачка. Не знаю. Такое, знаете, как? Как из детства игрушка. Такая мягкая. Классная. Так, постельное белье. Это у нас что у нас тут? Есть полуторка, есть двушка, есть евро. Ну, пока постельное белье не нужно. Так, игрушки, куколки. А вот смотрите. Вот, в наборе мальчик и девочка куклы. Так, здесь Барби. Русалочки Барби красивые. И для мальчиков машинки, конструктор и вот такой вот черепашонок. У меня ребенок любил черепашонка. Прям разные черепахи были. Так, ну все, наверное. Ну что, пробежалась я быстренько по магазину. Покажу, что купила. Ну, купила только то, что я хотела, и еще не то, что я хотела. Но купила мало, потому что мне нужны были вот такие маски. Так, это маска «Банька Агафьи. Секреты сибирской травницы». Беру постоянные, девочки, вот кто, ну, наверное, все, многие пользуются ими, а кто не пользуется, присмотритесь. Никакой аллергии от нее нет, от этой маски. Здесь есть и маска, и пилинг, но я вот купила, вот скраб я взяла, и два, скраб, пилинг и маску. Нравится, все нежно, не травмирует кожу. Так, я взяла пилинг травяной для тела. Для тела, но пользуюсь и для лица тоже. Скраб для тела камчатский, тоже очень нравится. И маска для тела для глубокого очищения. Классная. Кто не пробовала, попробуйте. Стоит совсем недорого. Там район, по-моему, 65 рублей каждая. И еще пробежалась, увидела вот такую вот косметичку. Там было вот это черный цвет, и там еще было в серебряном, серебро такое, красивые. Их можно использовать как косметичку или как клатч. Вот здесь смотрите, одно отделение и для телефона, и для зеркальца. Мне кажется, очень неудобно. И можно использовать, в принципе, даже как вот вечернюю сумочку. Взяли и пошли без большой сумки, только вот с ней. Телефон очень даже хорошо поместится и маленький кошелечек с денежкой. Так, по цене я не помню, сколько она стоит, если честно. Но забежите, если в магазин, увидите, они были там. Вот, весь мой улов, но шла я вот только вот за пилингом, скрабом и маской. Почему съемка такая была там у меня быстрая? Потому что времени было очень мало, я забежала прям на минутку. Но думаю, и включу, покажу вам так быстренько. Не обижайтесь, что у меня она была молниеносной такой, метающейся. Металась, искала я просто. Вот. Подписываемся на мой канал, не забывайте. Ну, наверное, все, пока-пока. С вами была Светлана.